BI-консалт совсем недавно, я вот только прошел испытательный срок. Пришел сюда из смежной области, меня ребята пригласили поработать, попробовать себя в BI. И это на самом деле чудесный экспириенс. Я не ожидал, что от реализации бизнес-задач, от помощи бизнесу, скажем так, можно получить столько интересного опыта. Ты решаешь комплексную задачу, собираешь данные, эти данные переносишь в визуализацию, визуализируешь их, делаешь красивые картинки, понятные пользователю, то есть ты еще решаешь проблемы, связанные с тем, чтобы пользователь правильно воспринимал эти данные, и в конечном итоге помогаешь бизнесу анализировать эти данные, эти задачи, подгоняя таблички под это все. У нас, не знаю, там каждые 3 месяца какая-то новая задача. И это действительно интересно, мотивирует развиваться, то есть не засидишься на одном месте. Ну, мы выпускаем свою корпоративную книжку, да, где рассказываем про всех сотрудников, чтобы все получше узнали друг друга. Ну, вот там, не знаю, мне нравится шутка, что типа, вот, в комнате разработчиков все время тишина, как будто кто-то умер. Ну, на самом деле никто не умер, да, просто мы разработчики, да. Мы вместе с удовольствием ходим на обеды, вместе с, то есть, разработчики с продавцами. Как бы вместе ходим на активности, мы любим ходить в интеллектуальные, ну, интеллектуальные игры, квизы там, или что, где, когда. И у нас всегда разный состав, это помогает, наоборот, лучше играть. Вот. Конечно, есть люди, которые больше любят, скажем так, ну, скажем, в одиночестве работать, в одиночестве там, проводить время. Мы их, соответственно, ни к чему не принуждаем, то есть они, их тоже, им комфортно, никто им не надоедает. Если вы все-таки настроились попробовать себя в Business Intelligence, BI Consult – это прекрасный коллектив, в котором вы можете обучаться, работать, заводить новые знакомства и творчески развиваться как личность, как программист, как дизайнер, как аналитик.